В Краснодар приехали студенты и школьники со всего мира, около 1300 человек. Это победители региональных этапов битвы мастеров. Они сразятся на площадках более чем 100 специальностях, от повара до конструктора роботов. На официальном открытии чемпионата профессионального мастерства собравшихся поприветствовал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Самое современное оборудование представлено на этой площадке. Это друзья будущего нашей промышленности, сельского хозяйства, да в целом это будущее экономики нашей страны. Но никакая даже самая современная машина не может работать без человеческих рук. Поэтому в прямом смысле этого слова в ваших руках будущее нашей страны. Друзья, вы уже победители, потому что приехали на финал национального чемпионата. Я, конечно, буду болеть за команду Краснодарского края, но хочу пожелать всем удачи и успехов. Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» будет длиться неделю. В пятницу станут известны имена тех, кто войдет в состав национальной сборной и сможет представить страну на европейских и мировых первенствах. В этом году честь российского флага наша команда будет отстаивать в столице Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби на чемпионате мира.